Мороз не помешал мурманским коммунистам почтить память Владимира Ленина, великого вождя пролетариата, не стало 21 января 1924 года. Но преданные последователи его идей не забывают о заслугах Владимира Ильича. Личность Ленина в истории нашей страны, как и многих других лидеров, сложно назвать однозначной. Тем не менее, именно Владимир Ильич создал первое в мире социалистическое государство, которое подарило человечеству победу над фашизмом, мирный атом и выход в космос. Именно Ленин законодательно закрепил права на 8-часовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск, сделал всеобщее среднее и профессиональное образование, а также медицинскую помощь бесплатными, уравнял женщин и мужчин в правах. Пенсии тоже его заслуга. При нем появились молочные кухни для малышей и трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места. Сейчас же все больше принято говорить о мифах, которыми окутана жизнь и смерть вождя. Ну и, конечно, вести споры о захоронении останков Ленина, которые находятся в мавзолее в самом центре страны.